чего начинается родина? С заветной скамьи у ворот. Или «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой». Каждое из этих стихотворений было написано о своем, о любимом и близком, о родине. Самые юные участники проекта «Стихи живут» сегодня тоже будут рассказывать стихи о своей родине, о городе Видное. Этот день нам очень-очень дорог, но волнует нас один вопрос. Как родился наш прекрасный город? Кто его в подарок нам принес? Кто работал днями и ночами, не бежал от бед и непогод? Кто своими сильными плечами подержал над Видным небосвод? Ведь к любой работе были рады, съехали со всех концов земли. Слава героическим бригадам, что наш дивный город возвели. Возможно, читая наизусть эти строчки, дошколята пока не могут представить себе ту историю, которую хотел рассказать автор в стихотворении. Но коренные видновчане легко вообразят себе далекое прошлое Видного – улицы юного городка, скверы и площади. В речке бьется, плещется, водится, и прохладой дышит белый лес. В яблонях твоих щебечут птицы, и сияет солнышко с небес. И гуляют солнечные блики по зеленым улицам твоим. Город малый может быть великим, если горожанами любим. Если любишь, это сразу видно по счастливой трудовой судьбе. Мы растем сегодня вместе с Видно. Мы цветем сегодня вместе с Видно. Город долгих-долгих лет себе. Наталья Замарина решила, что дети в созданный ею проект «Стихи живут» привнесут нечто особенное, искреннее. Она твердо уверена, с любви к поэзии начинается жизнь каждого из нас. И все эти караваи, все эти сороки-вороны, рожденные для забавы, обостряют нашу детскую потребность в стихотворном слове, столь острую в детстве, как потребность в воде, в воздухе, в еде. Мы этого не осознаем, но народное творчество, стихотворное творчество является хорошим проводником для начинающего человека в мир родной речи. А стихи о родном городе, крае воспитывают чувство любви к месту, где родился. У каждого из наших маленьких героев есть любимый уголок в городе. Это детский городок. А почему? Просто там аттракцион есть. У меня самое любимое место – гулять у пруда. Только там работы идут. Но они скоро закончатся. Ну да. Так ты снова? Буду гулять там, уточек кормить. Видно, мне нравится гулять около Искры. Я жду, когда построят детскую площадку. Я люблю очень Измайлово, потому что я люблю там кормить животных. В эти дни в детском саду детям рассказывают об истории Ленинского района и города Видное. А участие в проекте историко-культурного центра стало интересным этапом в этой работе. Мы очень были рады, что нас пригласили в такой проект, что доверили такое важное дело. Вот. И, конечно, сразу же начали подготовку. С этими чувствами, которые мы сейчас приемом с детства, они пойдут по всей жизни. Воспитывать чувство прекрасной любви, уважения к родине, к родному краю, я считаю, очень важная задача дошкольного воспитания. А проект «Стихи живут», посвященный 90-летию нашего Видновского края, будет и дальше шагать, приглашая в свои ряды людей, порой далеких от поэзии, но любящих всем сердцем свою малую родину. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.